Друзья, всем привет! Снова авторынок, снова цены. Я вот эту стоянку снимал в этом месяце. Давайте посмотрим, как изменилось вообще, как она поменялась, добавились машины или нет. Но в любом случае что-то осталось, что было. И по сравниваем ценник, что у нас происходит с ценой. Либо он ползет вверх, либо он ползет вниз. Кому нужна помощь в приобретении автомобиля, мой телефон указан под каждым видео в описании канала. Напоминаю, стоимость проверки одного автомобиля 2000 рублей. Итак, давайте начнем. K-Car Honda Zest. Довольно редкий автомобиль на авторынке. Но это уже новинка, его не было, я помню. Климат, сонары, простой автомат. Вот любителям простого автомата. Потому что большинство автомобилей идут на вариаторе. Есть статистики, стоимость данного автомобиля 390 тысяч рублей. Он на штатном литье. Установлены туманки, фары линзованные. Довольно неплохо смотрится со стороны. Также есть бесключевой доступ в обвесе. Но все как любят. Все как вы любите. Zest Spark. Кто он еще открытый? Чистенький салончик, темный. Я люблю темные салоны. На климате. Рядом стоит Daihatsu Mira ES. Белый простой цвет. Извиняюсь, друзья, Toyota Pixis Epoch 17 год, 4WD. Daihatsu Mira ES то же самое, то, что и Subaru Pleo. Так, ну здесь стоимости нет, задерживаться не будем. Toyota Raktis 1,5 литра, 4WD, аукционный лист 3,5 балла, реальный пробег 720 тысяч рублей. Raktis есть 1,5-литровые. Есть 1,3. Toyota CHR. Белый цвет. 2017 год. 4,5 балла. 4WD. Пробег 14 тысяч. Идеальное состояние. 1,595,000. Также данные автомобили выпускаются в гибридной версии. Passo, по-моему, это у нас стояло. Литровый. Четырехбальная. 605 тысяч. Пробег 107. Штатное литье. Тамода комплектация. Извиняюсь, друзья, бум. То же самое. Passo старенький кузов. 2010 год. 445 тысяч. Suzuki Wagon R 16 год, 4WD, 399 тысяч. Друзья, многие задают вопросы. Я вот объясняю. Я подошел к машине, я увидел цену, озвучил ценник. Если она открыто показала салон, все. Я машину не проверяю. Я не знаю, что с ней происходит. Климат, подогревы, айстоп, корректор фар, подлокотник. Еще раз хочу повторить. Все автомобили у нас выставляются на сайт drom.ru. Сайты Авито, Автору у нас не актуальны. Заходите на сайт drom.ru, выставляйте регион Владивосток. Владивосток, Приморский край. Внимательно проставляйте галочки. Не смотрите автомобили в пути. Не смотрите автомобили под заказ. В двух словах, ну нет таких цен. Просто тупо развод. Toyota Wish
Самая высокая комплектация, 12-й год, 995 тысяч рублей. Так, извиняюсь, вот пример, да? Данный автомобиль стоит 995 тысяч. Вы заходите на дром, автомобиль в пути, либо под заказ. Он стоит не 9, ну, грубо говоря, не миллион, да, а 800 тысяч. Но поймите, не бывает такого. Не бывает. Или вы думаете, то, что автомобиль действительно стоит там 800 тысяч, а продавец зарабатывает с него 200 тысяч рублей. Нет, друзья, это не так. Поверьте, автомобиль за миллион, да, который действительно стоит миллион, за 800 тысяч вы не купите. Ну, вы купите его в том варианте, если вы согласны там на битье, либо на топляк, и то не факт. Кстати, виши вот в последнее время все набирает популярность. Все больше и больше я их осматриваю. Полноценный такой минивэн, 3 ряда сидений. Вот Виш и Исис. Сейчас еще Исиса вам покажу. Я прям доволен вот этими автомобилями. У меня были в пользовании, был в пользовании и Виш, и Исис. А вот нотики что-то как-то поупали у нас. В спросе. E-Power, 5 камер, сонары. $775 тысяч. Он R-ка. Там надо смотреть, что с ним. Что касается автовоза, вообще транспортных компаний. Друзья, вопросы к транспортной компании. То есть по очереди, да, там по срокам доставки. Очередь есть. Потому что спрос на автомобили, он не уменьшается. Мне вот в нотах не нравится пластик. Он такой, знаете, подвержен прям истиранию, подвержен царапинам. Корейцы появились на рынке. Вон они стоят. Кому? Так, ну что у нас тут еще интересного есть? N-Box турбовый стоит. То есть есть турбо, есть нет турбо. Стоимость 565 тысяч. Также бесключевой доступ есть, повторители есть. Полный мультируль. Кожаный, переднее сиденье идут диваном, две электродвери, эко-режим, система при столкновении, климат. Все как вы любите, друзья. Еще один Виш, это уже 2009 год, ноябрь месяц, 4 ВД, 855 тысяч. Пасса 4 ВД, тоже редкость, 615 тысяч. Nissan Days, бальный 3,5 за 390 тысяч. Toyota Tank 4 ВД, аукционный лист, пробег реальный 725 тысяч. 98 тысяч пробег. Руми кастом. Смотрите, то же самое, что и танк, да? А, ну понятно, то, что это
Свеженькие, они есть турбовые. 1 литр и турбо. Он на климат-контроле. Так, ну здесь не понять. РА 97 тысяч пробег. Примочек, датчики, iStop, старт, стоп, две электродвери, кожаный руль, круиз-контроль, полный мультируль. Все есть, все, что надо современному человеку. Ваген за 440 тысяч. Сузуки вагон турбовый 410 тысяч. И вот, друзья, смотрите, Исис стоит как раз открытый. А стоимость сейчас посмотрю. Две печки у него. Посмотрите, обратите внимание. Нет центральной стойки на автомобиле. У него интересная трансформация салона. Спинка откидывается, получается столик. И сиденье у нас вообще поднимается вверх. Ну, здесь можно ездить чуть ли не лежа. Заднее кресло у нас таким образом. Вот сюда складывается, получается ровный пол. Ну, вот здесь реально делается все просто. Просто одной рукой. Реально справится даже ребенок. Так, ребят, наверное, на сегодня будем заканчивать. Вот, Исис поехал, приобрели. На сегодня будем заканчивать. Такое небольшое видео у нас получилось, буквально чуть меньше, чем на 15 минут. Продолжение будет обязательно. Всем хорошего настроения.